По мнению представителей армянской оппозиции, Армения с каждым днем катится все дальше в пропасть. Власти Армении удовлетворили все озвученные и неозвученные турками предусловия. Как передает Азия Ас со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами заявил 25 июля пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, касаясь утверждений действующих властей Армении о том, что процесс урегулирования армяно-турецких отношений проходит без каких-либо предусловий. По словам оппозиционера, нынешнее политическое руководство Армении сдало все, что только можно. Он отметил, что на фоне происходящих геополитических развитий все страны мира стремятся не потерять, а выиграть. Армения же с каждым днем катится все дальше в пропасть. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.